Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем мы прохождение игры Ром Total War, мод Македонской экспансии. Продолжаем мы играть за дом Юлиев. Так. В общем. Не будем мы пока здесь набирать войска в некоторых городах. Пускай у нас накапливаются пока финансы. Так, что у нас вообще происходит? Давайте посмотрим. Ну, в общем, только в некоторых городах мы будем набирать, продолжать. Так, по-прежнему осаждаем мы Тенгиз. Не ошибаюсь, нас осаждают еще Цирту. Да, Цирту нам осаждают. Так, у нас Карфаген, сейчас мы сделаем гарнизон и будем, наверное, двигаться на Гадрамет начинать. Давайте, завершаем ход. Да что ж ты, гад какой, а? Вот не успел я, блин. Осадил сразу. Ну что тут сделаешь? Сейчас, блин, только автоматом драться здесь по-любому с ним не буду. Ничего, мы сейчас за вас отомстим. Осталось у нас тут 32 воина. Кто тут еще нам подал измену? Дипломат или кто? Непонятно. Так, не для баней. Публичные бани строим. Гибрак на мощенные дороги. Строим большие дороги. Так, Шодер у нас храм Бахмутса, и все. И осталось у нас в сухом остатке только 4000. Посмотрим, что мы можем на них сделать. Ничего, сейчас мы. Кафагинянин, сейчас он нам за все ответит. Так. В общем, делаем набор, во-первых, в Потавии. И делаем сразу же набор в Карфагене. Сейчас мы хотя бы угоним. Не переживайте, сейчас за вас отомстим. Я не успел просто вывести из города войска. Пусть хоть две, хоть три здесь армии будет. Сейчас мы его здесь... Кого он здесь набрал-то, блин? Он откуда-то высаживает войска. Вон, смотрите, еще целую армию высадил откуда-то. Ну-ка иди сюда, блин. Так. Ох, там тут еще и санагры. Анагры, слоны у него здесь. Так, выводим нашу пехоту в первую очередь. Давайте ускорим.
это делаю. Ну что-то оттуда не идут, никак не дойдут. Бегом, бегом, никакого этого не будет. Уже поступление в России почти подошли. Так, вот к Валерию, давайте мы сейчас через эти ворота выведем. Нас там уже вовсю обстреливают, а мы здесь никак не можем еще даже войска сосредоточить. Быстрее туда. Здесь у нас творится уже вовсю. Творятся у нас уже очень нехорошие вещи, вот что здесь творится. Только быстро, блин, перебегаем это расстояние до Анагров. Сейчас мы здесь такие потери понесем. Смотри, что делают, а? Ой-о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 й. Еще охрана полководца. Офигеть, нас тут зажали, ребята. Бедный наш Тириарей. О, пока мы лучников выведем, блин, тут уже у нас месиво от нас останется. Быстро сюда кавалерию. Так, тут мы погнали, тут у нас все отлично. Ну, хоть вы давайте добегите до Анагров. Ой-ой-ой-ой-ой, Триарих уже, блин, уничтожили почти. Еще и слоны здесь бегут. Ой, блин, еще отряд побежал. Блин, нас лучники выйдут когда-нибудь сегодня или нет, а? Где наша кавалерия? Тихо-тихо-тихо-тихо, тут слоники. Да что ты никак вас не разгонишь еще, а ты посмотри на них. Ополчение аристократов. Ну эти Анагры, а. Надо было что-то лучше нам кавалерию вывести отсюда, блин, чем пехоту. Да где же лучники наши, а? Да, пока не выйдут от нас, точно ничего уже не останется совсем. Быстрей, быстрей, кавалерист, давайте сюда, 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 сюда. Ну, а только еще лучники выходят, когда здесь уже почти все закончено. У нас претарианцев уж не осталось, блин. Смотри, что делают, а. Ну вот гады, а. Это что, у них подкрепления даже не подошли, блин. Да, вовремя, конечно, подскакал наш кавалерий, когда здесь уже почти все кончено. Мне кажется, от нее толку-то не будет даже. Походу, просрали мы сражение, как и Карфаген. О-о-о. Мы даже здесь, походу, не прорвемся.
Так что ж вы, блин? Да ну... Вот это меня еще бесит, вот тут... Такое положение, да что ты, все, блин, всех расстреляли, гады, толку мы их уже разгонять. Тут уже все кончено, блин. Да бейте этих слонов, блин, чтобы они сдохли здесь. Остались, блин. Тебя надо, блин, твари, а? Всех расстреляли. Всех, что можно, блин. Все, всю армию расстреляли. Всех наших претарианцев, которых мы так долго собирали тут. Смысла здесь уже биться нету. Все потеряно. У них еще вон целое подкрепление. А у нас уже никого не осталось, кроме лучников. Все, сфигачим всю нашу армию. И вся наша африканская экспедиция, походу, закончится полным провалом теперь. Какой город развитый, а сейчас все потеряем. Смотрите, даже никак еще не разгоним их. Походу они у них уже прокачаны здорово. Давайте продолжаем. Выиграть-то выиграть, то кто у нас здесь остался, блин?
Так, ну что, армию-то мы разбили, карфагенский, осаду-то мы, может быть, и сняли, но, как видите, незначительная победа написана, людей у нас осталось очень мало, никого мы здесь не переобучим, претарианцы у нас могут вообще даже не остаться, у нас, похоже, останутся только лучники, может быть, в лучшем случае. Так, что кто у нас остался? Ну, триарис немножко осталось, даже еще всадники остались. Ну все, теперь нам, скорее всего, предстоит здесь долго изнурительная осада. Вот ты посмотри, опять же какой-то карфагенский агент здесь. Уже налоги, блин, до низких, наверное. Нет, он, кстати, здесь очень высокий. Так, ну давайте прибучаем, кого сможем. Будем здесь делать нашу профессиональную армию потихоньку. Нам сейчас главное убежать карфаген, чтобы его не взяли. Карфагеняне. О, у нас еще денег нету. Вот проблема-то. Так, Чингис мы здесь осаждаем, 5 ходов. От толку с отдельной охраны мы даже не сможем ничего сделать здесь. Все у нас, финансовый кризис полный. Так, ну посмотрим, что у нас будет на следующем ходу. Так. Давайте как-то в Греции сейчас будем развиваться, что ли, пока. Давайте идем хоть какой-нибудь гарнизон, чтобы нам вывести войска, взять Спарту. Завершаем ход. Так, в Батавии опять. Где еще? Карфагене. Так, у нас здесь сколько кавалерий? Раз, два. Еще один отряд будет. 6 отрядов кавалерии у нас здесь. Давайте в Каринф тоже будем армию собирать. И все, пока нам больше армии нигде, в общем-то, не нужна. На севере мы будем пока ограничиваться обороной. Так. Угу. Давайте строить тоже пока будем выборочно все делать. Здесь великий форум. Блин, нам на куре не хватает. Давайте кузницу что ли сделаем. Каринс у нас сделал ипподром. Давайте сделаем, наверное, верх здесь. И все, деньги у нас опять закончились. Так, здесь на 4 хода осталось карфаген. Ну, на штурм цех-то не идет. Неужели решил нас измором здесь брать? Да нет, вроде осадные. Эти строит.
Может, вылазку сделать нам? Так, ну что, давайте берем спахту тогда. Так, все, осаждаем спахту. 8 ходов. А спахт у них великий, не просто огромный город тоже. Так, ладно, Карфагене мы пока на какое-то время выиграли время. Пока будем пытаться создавать армию. Брит опять припёрли здесь, а? Что вам не сидится там все до них? О, еще и поражение нафиг. Офигеть. Да уж. Угу. Да Грек, ты че Машу сошел, блин? Давай еще саждай меня, блин. Да кто тут опять по измены еще? Наш убийца, блин, кто здесь все покупает? Че за придурок? Тут греки вообще наглые. Так. Карфаген, Карфаген, Карфаген. Вот. Вы что, греки, с ума что здесь не сошли, блин? Так, вот блин брит, вот это засада нафиг. Что нам с ними делать теперь? Теперь от ним гомонятся, пока там не захватит все на севере. Ну что вот здесь делать? Изби брак там выводить, что ли? У нас здесь больше нет войск. Ты, блин, надоел мне уже брит, а? Что здесь он не имется, не сидит тебе там? Да что такое, даже город не можем завести. Какую, а? Эх, были бы у меня деньги, блин.
не имется все ему, не сидится вот там на севере, а? Эй, войск тут нет, сейчас он прорвет сюда, блин. Хоть Масилий надо армию собрать, блин, тоже. О, денег нет, не знаю, что будем делать, блин. Единственное, сколько-то еще? Еще три хода. Держите сейчас, три хода еще. Возьмем и Тенгиз. Тут, походу, он решил нас все-таки из Морна взять, да? Ладно. Сейчас у тебя. Еще сражаться надумал. Я не пойму, что здесь случилось такое, почему он не может. У нас тройки, что может какие-нибудь сбились, я не пойму. Что здесь может быть? Здесь явно вот не то. Вот. Нет, вот. Берет, вот нажимается, и все, не можем поставить мы войска наши. Расставить. Это ладно, тут еще, когда с такими бежать, если какие-нибудь мощные там сагемы им придут войска, что мы будем делать? Пока перестраиваем здесь раз, нас точно там убьют всех. Бери на паузу, ставь и перестраивай, блин. А как еще? Давайте быстрее приходите. Мне только, блин, прокачать своих претарианцев бы. Давайте быстрее, бегом. Ух, даже бегом никак не добегу, что там так далеко, что ли? Что вы тут рассчитываете, а? Смотри, вот что убегают? Вот толку вы бежите. Как будто я вас не догоню здесь, не убью всех. Определенках фагиня не усилились. Так очень, что действительно прокачать свои войска, и теперь какая-то непробиваемая мощь у них. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, тихо, тихо, кавалерий, 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 уйди, 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 уйди. Да что ж вы? Тормозить еще никак.
Да не бегите вы на копейщиков, ё-моё. Ну все, попёрли сейчас. Копейщики, давайте быстренько разгоняем их, а то сейчас они нас здесь разгонят. Тоже аристократы здесь. Все, один атак мы разогнали. Прекрасно. Так кто тут у них такие, блин? Кутари. Так, ну-ка, тут во фланг нам удар наносит. Чё-то низкая пехота здесь. Да на что вы здесь рассчитываете, пунийской пехоты? У меня все силы освободились. Ну-ка всех давайте уничтожьте. Что такие войска делают? Это ж надо, блин, сколько-то ходов ждать, чтобы сделать столько войск. Вообще, что он где-то копил, и вдруг напал. Так, все, давайте ускоряемся. Решил он тут нас измором взять. В нагляк решили сыграть они с нас. Да завершить там, что у нас убежали уже. Так, в общем, понесли здесь потери большие довольно-таки. Возвращайтесь обратно. Все порты нам блокируют. Так, давайте завершаем ход. Так, у нас сражение за Спарту. Ну все, Грек, сейчас мы тебя тоже здесь. Значит, главное Спарту только взять. Давайте быстрее не будем слушать нашего полководца, потому что время уже поджимает. Ну ты опять, ну что за дела-то, а? Да не туда я хотел ставить, а здесь вот мне нужно это сделать. Вот такое-то, а? Я не понимаю, что происходит. Чего это может быть вообще? В других играх нормально. Такого нету, такой фигни. Все, начинаем битву. Ухорона сегодня будет много. Враги бросают в бой резерв. Давай, сразу же идем на встречу противника. Валерий нам лучше привезти сюда, потому что сейчас там оттуда подкрепление с города идет.
тихо, не стоп, 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 стоп. Давай. Вот на. Да что ж я сказал, вам разве строится? Так, если здесь только копейщики, то хорошо. Главное, чтобы не было кавалерии, потому что кавалерия, в принципе, может убежать, а копейщики никуда не убегут у нас. Ой, блин, нет, у них здесь кавалерия. Систофоров. Так, от кем они там клерухами наверняка отбегают, да, пытаются они. Клерухами они пытаются отбежать. Давайте их сразу же атакуем. Давайте, давайте, к кавалерии. Так, нам и главное сейчас не упустить отсюда. А если даже упустить, то чтобы их осталось как можно меньше. Да не опускайте их, бегите, бегите за ними. Да ладно, фиг с ним, что бегут. Блин, наши кавалерии как раз через копейщик врага побежали. Так, ну копейщики далеко не должны убежать. Все, кто здесь? Здесь остались клерухи. И вот там еще какой-то отряд бегает. Ну и плюс кавалерии там. Продолжим, конечно же. Давайте клерухов быстрее, пока этих светофоров бы сейчас упустим мы их, по-моему. Задержите их, пока мы хоть клерухов бьем. Где они? Ну-ка давайте уничтожайте их.
ловить, чтобы они не убежали в город. О, ну как, конечно, сейчас они будут оббегать. Нет, будет здесь по кратчайшему пути. Нет, они сейчас будут оббегать. Пока оббегают, они сейчас точно бегут в город уже. Давайте, всадники, должны догнать. Это тяжелая кавалерия, а вы же легкие, блин. Ну-ну-ну, давай. Сейчас всего 10 их осталось. Надеюсь, они все равно не останутся в городе. 8. Тем более, командир их мы убили. Здесь осталась фигня делов. Так, ну вот эти, надеюсь, они не, в го не из города, вот этот отряд. Поймать мы что, вряд ли их успеем. Видимо, надеюсь, они не из города. Нет, успели, смотри-ка. Так, ну что, все, чистая победа. Только пятерым удалось убежать. Вот что ты осаждаешь? Ну видишь, здесь у меня не стоит, ты все равно осаждаешь, ты все равно сейчас проиграешь. Пошел вон отсюда. Этих забьем его сразу. Только потери только несешь, которых не восполнишь. О, греки зря, конечно, это сделали, начали войну с нами. Один из территорий здесь у них не осталось, но мне кажется, один Родос его. Или еще у них что-то осталось. Так, потом у нас построился императорский дворец. Так, ну что, давайте, может быть, экономику развивать, построим форум. Сезонти мы осаду сняли. Пахту взята, Тингиз. Здесь тоже осталось пару ходочков, наверное. Да, пару ходов Тингисе. Так, ну скрифаги здесь по-любому нам нужно будет разделываться. Так, что, ну, давайте сейчас мелько пробежимся, на этом закончим. Дворец, давайте строим великий форум. Сейчас мы будем пытаться развивать экономику потихоньку. Убийца. Вот это 28%. Вот это наверняка покупает всех наших.
еще один. Убийца наш прокачался. Сколько у нас там, кстати, осталось до конца задания Сената? Тупого скажу задание. Нафига нам сливки до территории узнавать? Так, отлично. Теперь смотрим, что у нас здесь пахнет. Сразу давай ставим очень высокие налоги, деньги нам нужны. Что здесь строим? Давайте ирригацию. Теперь смотрим, кого мы здесь можем перебучать. Перебучать. Так, претарианцев пока нету. Ну, претарианцев, что-то надо императорский дворец строить. Третий тут наконец-то обнаглевший, еще напали там, воевать нет, нападают, атакуют. Так, теперь нам нужно будет, наверное, флот дальше, чтобы нам взять, например, здесь Македонию, Халкиду можно взять. Фигмана, не знаю, может, Сципионом его оставить, пускай возьмут. Ну, в Карфагене пока держимся. Да уж, финансы, конечно, у нас поют романсы. Так, нужно вылазить как-то из этой ямы, блин, долговой. Вот из носа. Ладно, сейчас мы Тимкис еще через два хода возьмем. Садили, давайте тоже начнем делать, покажем потихоньку. Тут бы нам, конечно, на севере тоже базу не делать. Ладно, мы сейчас смасили, если что, соберем. Армию. Эти брит нам тут мешают тоже на севере, блин. В Герговина можно агент тоже сделать? Я хочу посмотреть, что у нас там в Испании. Так, ладно, на этом завершаем. До новых встреч. Всем пока.